можно будет сделать холестерин, сахар крови, пройти обследование у специалистов. Все здесь прямо рядом на месте. В преддверии Дня Победы очередное обследование на выезде медики посвятили всем сочинцам, причастным к Великой Отечественной. Участники, ветераны, дети войны. Всем измерили давление, провели экспресс ЭКГ. Каждого желающего принял кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, врач-онколог. Это уже проводится второй год у нас. И достаточно много жителей города Сочи, в том числе и ветеранов, в первую очередь ветеранов мы осмотрели и достаточно много что повыявляли и направили непосредственно уже напрямую, как на участок, так и непосредственно в стационары. Проверить свое здоровье и проконсультироваться у специалистов как Центра медицинской профилактики, так и городских больниц и поликлиник могли и все желающие. У десятков обследуемых патологию выявили врач-кардиолог, эндокринолог, невролог и офтальмолог. Нескольким сочинцам поставлен диагноз гиперхолестеринемия и гипергликемия. У многих проблемы со здоровьем из-за избыточного веса. Всем пациентам здесь же и безотлагательно вручили результаты анализов, озвучили диагноз, а также назначили индивидуальную программу оздоровления. Отлично. Всем нравится, кстати. И мне это тоже. Да, да. Вот пришел, проверился, и все, и не ходи, в очереди не стой. Нервы не порть себе и людям. Проходить весь спектр амбулаторно-поликлинической помощи в таком выездном режиме сочинцам будут предлагать регулярно. Такие проекты, отвечают специалисты, помогают своевременно выявлять проблемы со здоровьем у горожан, а значит и вовремя назначать лечение. Ольга Десятова, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.